впервые начали участие в оказании государственного объема бесплатной медицинской помощи в этом году. В прошлом году мы начали прикрепление, участие в компании начали и с 1 января получили. Что там у нас включается? Это доврачебная квалифицированная специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, в том числе консультативная диагностическая помощь и стационарная замещающая помощь. Есть форма, образец, по нему заполняется, предоставляется копия удостоверения. И достаточно этого в случае, если дети есть, то свидетельство о рождении. При этом пишется заявление от имени родителей. Если у нас сейчас порядка 1500 подали заявление по свободному выбору, то они будут прикреплены с 2019 года. В базу они РПН уже внесены, на обслуживание переходят с 2019 года, с января месяца. Чем отличается частное? Такой большой разницы нет, кроме того, что, может быть, из-за большой загруженности государственных клиник, там действительно сложно долго простаивать в очередях, может быть, и это влияет и на нервы, психику людей. Прежде чем набирать население, взяли, еще купили флюоромобиль, открыли дополнительный биохимический кабинет, чтобы оказать лабораторные исследования, чтобы было все в одном месте.